Morning, 10th grade. Today is the 7th of April. The topic of our lesson is passive voice. Доброе утро, 10 класс. Сегодня у нас 7 апреля и тема урока passive voice. Пассивный залог. Чем отличается активный залог от пассивного? Давайте рассмотрим с вами на примере. Пушкин wrote Евгений Онегин. Пушкин написал Евгений Онегина. Это у нас активный залог. Давайте прочитаем с вами пассивный залог. Евгений Онегин was written by Пушкин. Евгений Онегин был написан Александром Сергеевичем Пушкиным. В активном залоге человек совершает какое-то действие. А вот в пассивном залоге акцент переводится с того, кто делает, на результат. Результат. Евгений Онегин был написан Александром Сергеевичем Пушкиным. Давайте посмотрим с вами формулу. Формула образования пассивного залога to be плюс третья форма глагола. Это если у нас глагол неправильный, а если правильный, добавляем окончание ed. Итак, обратите внимание, что пассивный залог, он может быть также, например, present passive, past passive и future passive, то есть в настоящем времени, в прошедшем времени и в будущем времени. Будет для того, чтобы сделать прошедшее время, настоящее или будущее, нам просто нужно глагол to be поставить в соответствующее время. Например, это предложение написано в прошедшем времени. Это у нас past simple. Второе предложение, Евгений Онегин was written by Пушкин, это у нас past passive. Например, чтобы сделать в настоящем времени, Евгений Онегин пишется Пушкиным. То есть сейчас представьте себе, что он пишет это произведение. Оно будет звучать так. Евгений Онегин is written by Пушкин. Или в будущее время. Евгений Онегин будет написан Пушкиным. Евгений Онегин will written by Пушкин. Я для вас нашел хорошее видео в интернете, где объясняется пассивный залог. Запишите, пожалуйста, в тетрадочке сегодняшнее число, тему урока. Запишите эти примеры и формулу. Далее, откройте видео. Ссылочку я вам скину в группу WhatsApp. Посмотрите это видео. Выпишите с него примеры, как образуется пассивный залог, примеры предложений, которые вы там увидите. Далее, после того, как вы просмотрите видео, выполните упражнение номер один. Что вам здесь нужно будет сделать? Выберите правильный вариант и переведите на русский язык. The news program. Выбирайте is watched или watched by millions of people every day. Здесь у вас пассивный залог, то есть программа новостей смотрится миллионами людей каждый день. То есть это пассивный залог, и нам нужен глагол to be. И третья форма глагола, в данном случае глагол правильный, к нему добавили окончание ed. The news program is watched by millions of people every day. Новости смотрятся миллионами людей каждый день. Таким образом вы поработаете над всеми предложениями. Можете просто написать правильную форму и сразу же перевод на русский язык. После того, как вы закончите эту работу, сфотографируйте, пожалуйста, свою тетрадочку, где у вас будет записано число, тема урока, примеры, формула, примеры из видео. Можете не все примеры, хотя бы процентов 70, которые там будут, записать. И выполненное задание тоже в тетрадочке. Как закончите работу, сфотографируйте и отправите мне в нашу группу WhatsApp. Давайте сделаем так, не будем личным сообщением, а отправите прям в группу. Я жду ваших результатов до 2 часов.